Лучшие борцы сумо 8 января выступили в одном из храмов Токио. Они проводят традиционную церемонию встречи Нового года характерным топтанием на месте. Мероприятие проходит в условиях холода и дождя. Ведущими стали два элитных борца сумо с монгольскими корнями Хакуха и Харума Фудзи. Первый весит 151 килограмм и возвышается на 1,93 м. Второй немного меньше, 133 килограмма и 186 сантиметров. Но, несмотря на внушительные размеры, все проходит гладко. Начался дождь, но я все равно чувствовал себя прекрасно и был готов к предстоящему году. Но был момент, когда я чувствовал, что могу поскользнуться. Хакуха осталось приложить совсем немного усилий к тому, чтобы стать самым великим борцом сумо в Японии. Ему нужно одержать всего 5 побед, чтобы обогнать легендарного борца сумо Тайха, который ушел из спорта в 1971 году. На его счету 32 победы. Сотни поклонников пришли посмотреть на борца, включая женщин. Но получить автограф спортсмену удалось только одной представительнице прекрасного пола. Я так счастлива, что он поставил свою подпись. Это удивительно. Так много людей хотели автографа, но он подписался у меня. Мне так повезло. Сумо глубоко укоренено в японской культуре. По одной из версий, оно зародилось в храмах и использовалось в ритуалах.